Смотрите, друзья, где мы остановились, просто в горах. Сделали бутербродики из салмона. Очень вкусненько. А природа вообще такая классная здесь. Это вот с Вирджинии. Шум воды просто прелесть. Классно. Я люблю покупать вот такую вот фирму Olay. Вот здесь она $9, а в Walmart она немножко дешевле идет, по 6. Очень часто покупала вот эту тоже фирму Soft Soap и Dial. Тоже очень классные.
Нам очень нравится вот это вот еще фирма. Мы с мужем всегда ножки парим. Вот. Доктор Тилс. Очень классная. Соль для ванны, для ног. $6 она. Я вот такую вот штуку покупаю. Вот это кондиционер. Вот после как вы голову помыли, просто я намазываю и сушу волосы. И волосы очень мягкие становятся. Вот, на 3 дня здесь написано. Убирает вот эту сухость на волосах. Очень классная штука. Гарнир Фруктис. Еще вот такую вот шампунь я тоже покупаю часто. Whole Blends с кондиционером. Вот 4,25 она стоит. Я люблю вот эту вот фирму Venus тоже. И вот это. У меня сейчас такая вот, я использую вот это. Очень классно бреет. И сколько там лезвий? Там 5 лезвий. Очень классно. Вот, друзья, мы уже приехали в Вирджинию. Завтра у нас разгрузка на 7 часов утра. Вот, я вам снимать не буду, потому что мы туда заезжать не станем. Вот, наш груз будет забирать другой человек, у которого есть доступ туда, на военно-морскую базу. Ребят, вот приехали в отель сейчас. Называется Holiday Inn Express. У нас уже 12 час ночи. Будем заселяться. Мы так устали, если честно. Я, наверное, даже не буду снимать, что там внутри и как. Вот смотрите, какой он украшенный, весь такой красивый. Крыша украшена. И лампочки вон на деревьях. Вообще красота. Вот как он выглядит внутри. Тут типа аквариум такой. Здесь всегда можно сделать кофе. Вот. Всегда оно горячее. Разное. Чаечки всякие. А здесь люди завтракают утрочком.
Завтрак здесь с 6 утра до 9. Наша комната на 3-м этаже. Все, едем. Вася там вещи собирает. Вот такие вот, видите, коридоры длиннющие. Здание очень большое. Ой, я вообще не в ту сторону иду. У нас 330-е. Ой, люди добрые. 347-я, вот. Вот, 320. Нам 330 надо. Сегодня очень был длинный день. Вот. Вот и наш номер. Ну все, ребята. Все, мы будем уже отдыхать. Завтра, короче, компания нам сказала, договорилась так, что, что человек подъедет к Макдональдсу. Вот, он будет забирать нашу машину. Он сядет в нее и повезет груз. На военно-морской флот. Вот. Туда ехать нельзя. Нам объяснили. Вот. У этого просто человека есть доступ, чтобы туда перевезти этот груз. Мы будем вынуждены просто здесь быть, в отеле. Вот. И ждать, пока вот они, ну, разгрузят груз этот. Конечно, мы, я не знаю, я так лично переживаю, Вася тоже переживает. Этого человека мы первый раз видели. Ну, видим, то есть будем видеть. И просто так доверить кому-то машину, вот вы можете сами поразмыслить, да, кто-то должен сесть. База находится 12 минут вот от Макдональдса, от места встречи. Вот, там и вещи наши, одежда, ну, такие вот всякие мелочи лежат. Вот, ну, так вот компания захотела, так что не поспорите. Кидать такую работу мы не хотим, работа-то очень хорошая, хорошо оплачиваемая, вот. Так что вот такие вот дела. Сейчас я быстренько пробегусь, посмотрю, что здесь еще. Хорошо, что есть завтрак. Это всегда большой плюс. Ничего не надо искать, никуда ездить, готовить. А здесь просто сторож такой. Окей. Ой. Ну все, ребятки, спокойной ночи. Мы пошли отдыхать. Спасибо, что вы нас смотрите, что вы с нами. Все, спокойной ночи.